Invest in Georgia. В экономической столице Китая прошла конференция, главной темой которой стал вопрос привлечения инвестиций в Грузию. На форуме в Шанхае с докладами выступили глава Минфина Дмитрий Гвендадзе и министр экономики и устойчивого развития Вера Хубали. Говорили о проектах, которые могут привлечь китайских инвесторов. Некоторые компании из КНР уже выразили заинтересованность сотрудничеством с Грузией. Это в частности касается секторов энергетики, туризма и инфраструктурных проектов. Завтра министр финансов и экономики примут участие в аналогичном инвестиционном форуме в столице Южной Кореи, Сеуле. Для нас очень важно поставлять грузинскую продукцию на китайский рынок. Сегодня несколько компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве. Особый интерес вызвала сельскохозяйственная продукция, в частности грузинское вино. Несколько китайских компаний уже активно осуществляют свою деятельность в Грузии. Мы верим в развитие бизнес-отношений между Грузией и Китаем. Думаю, они будут успешно развиваться в ближайшем будущем. Стоит обратить внимание на статистику. Торговый оборот между странами с начала года вырос на 84%. Это очень высокий показатель. Китайские компании уже активно работают на грузинском рынке. Мы также надеемся, что грузинская винная продукция будет успешно реализовываться на китайском рынке.